Всем доброго времени суток, вы на канале HardResetInfo, это телефон Zyros CS40, и сейчас я вам покажу, как на данном устройстве войти в меню разработчика. Для начала мы разблокируем наш телефон, перейдем в меню, откроем настройки и опустимся вниз до пункта о телефоне. После этого нажимаем общее, нажимаем на номер сборки несколько раз, пока у нас не появляется диалоговое окно с надписью «Вы стали разработчиком». После этого возвращаемся назад и выбираем пункт для разработчиков. Он тоже находится в самом низу. Вот, и здесь находится целая куча разных настроек, но советую вам трогать только те, что вы знаете, те, что вам нужны, потому что многие из них могут очень сильно повлиять на интерфейс и даже некоторые системные опции устройства. Вот. Чтобы выключить опции разработчика, просто перетягиваем вот эту вот галочку назад, и все. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки и до скорых встреч. Пока.